Он самый популярный. Его очень быстро разбирают. Я еле успел выхватить. Ого, почти полная коробка. Сколько ты их заказал? Штук 100 где-то. Ого, а зачем тебе столько? Вполне хватило бы штуки 3. А Эми купил что-то? Эми? А зачем ей поп-ит? У нее же стресса нет. И вообще, у нее есть кот. Ох, Тима. Снова подарки от Cartoon Cat? Давай открывай! Интересно, что там? Давай! Какие-то снова сюрпризы от этого загадочного Cartoon Cat, да? Что же там? Давай! Коробочка какая! Да. Красивая. А там ничего опасного не может быть? Не может. Кто его знает, этого Cartoon Cat, что он может принести? Но Эми он ничего опасного не приносил до сих пор. Это же Поп-Ит! Да! Точно! Интересненько! А ну что это такое? Единорог! Это единорог? Похоже. Точно! Вот, единорог! А я сначала не поняла, думала, может, какое-то мороженка? Нет, это не мороженка! Точно! Это единорожек! Да! И такой красивый, радужный! Да? Угу. Щелк! Это бабочка? Да, похоже на бабочку. Да, бабочка. Бабочка? А ты видела Поп-Ит бабочку когда-то? Нет. И я еще не видела такого Поп-Ита. Села бабочка на маму. Смотрите. Здесь на каждом шарике маленькая бабочка. Вы видите? Вау. Классно. Тима заказал целую коробку, но бабочек там не было. Нет, да? Нету. Классно. А еще какие? Давай дальше смотреть. Да. Давай, да. Какой же взять? Да. Какой же взять? Вот это что? Брелочек. Брелочек? Это еще один единорог. Брелок-динорог. А, да, тут есть дырочка. Смотри, видишь, тут есть дырочка. Можно продеть веревочку и прицепить к рюкзачку. Да, но это не брелочек к ключам. Да, это не брелочек к ключам. Это скорее такое украшение, брелочек к рюкзачку или к сумочке, да, Эма? А еще смотри, он пластиковый, а шарики тут резиновые. Это, по-моему, Simple Dimple. Да. Это как у меня цветок. Тоже. Круто! А шарики резиновые. Да, и смотри, как он щелкает громко. Он классный. Класс. Да. Эма, вот это у тебя Cartoon Cat. А еще можно и гладить вот так. А где день, бахтите. Пока!
Смотри, да, теперь у тебя два друга единорожка. Один обычный поп-ит, а второй Simple Dimple. Вот какая разница между ними, да? Этот весь резиновый, да, такой, с маленькими шариками. А этот пластиковый, с огромными резиновыми шарищами. Да, и мне кажется, пластик более плотный, такой жесткий, поэтому он щелкает громче. Да, дайте, вот какая разница. Пошел. Классно. О, бабочка тут. Бабочка, ты думаешь? А какая-то очень толстая бабочка. Да, толстая. То ли бабочка, то ли... Да, еще может быть лягушка, это нет? Это жаба. Не похожа на лягушку? Это жаба такая в прыжке. А ну подожди, давай покажем ребятам. Смотрите, это тоже Simple Dimple, да? С огромными такими... Гигантскими такими... пузырями, шариками. Дайте. Но только я не могу понять, это бабочка или это жабка? Смотрите, это могут быть как усики у бабочки, так и глазки у жабки. Ага. Как вы думаете, это лягушка или бабочка? А это могут быть лапки лягушки, да, либо крылышки бабочки. Знаете, вот так встречаться могут бабочки. Привет. Пока! Ну, мне кажется, может, все-таки немножко больше похожа на бабочку. Да? Мне кажется, что это лягушка, потому что бабочки тут соединены. И бабочки похудее. Ну, это же Simple Dimple, поп... Поп-ит бабочка. Ну и что? И тоже можно продеть вот сюда веревочку, Эмочка, и тоже прицепить на рюкзачок, а? Давайте. Классная? Да. Тебе какая больше нравится? Обычная поп-ит бабочка или Simple Dimple? Мне нравится Simple Dimple жаба. А тебе, Эмма? А мне все поп-иты. Ребята, пишите в комментариях под видео. А вам какая больше бабочка нравится? И последний забыл. Обычная или Simple Dimple? Смотрите. Ага. Круто, да. Вот это... Пузырище. Вот какой бабах. Классный. Да, ясный. Лапушка. Ух ты. Это же морская, да? Да. Морская рабушка. Интересно, жемчужина в ней есть? Да, это таких именно ракушках жемчужины образовываются. А смотрите. Он должен быть такой огромный попытище. Смотрите. Это лакушка, а внутри жемчужинка. Точно, да, точно, смотрите, открытая ракушка с жемчужинкой внутри. Точно! Ничего себе! Каких только поп-итов не напридумали еще, да? Да. Какие угодно. Подожди. Ух ты, дай посмотри. Смотри, у тебя просто подарочная коробка. Мистери бокс для девочек. Да, для девочек причем, да. Целая коробка поп-итов для девочек. И теперь красивущее радужное сердечко. Давай покажем. Смотрите, какое. Ну, красивый, правда ведь? Класс. Классный, тоже такой мягенький, нежненький. Классный. Ребята, пишите в комментариях под видео, какой сегодня поп-ит вам понравился больше всего. Да. Да? Классно. Еще два есть, да. Давай смотреть, что еще. Да, красивый бантик. Это же Among Us. Редкий, как у меня. Ну, это мой Among Us. Тогда я свой возьму. Стоп, а где мой Among Us? Я точно помню, что его тут оставлял. Его нет! Это мой Among Us! Cotton Cat стащил его у меня! Это мой! Он мой! Мне Молка принесла его!
Тима, отдай ребенку игрушку! У тебя же вон целая коробка! Но этот попит самый популярный! Его быстро разбирают! Я еле успел выхватить! Ты же делиться не хотел, а Cotton Cat решил тебя проучить! Да! Так нечестно! Я это так не оставлю!